звезды. Но что может быть прекраснее звездного неба? Человек всегда смотрел на звезды и пытался разобраться, что там за пределами нашей Земли, что представляют собой эти, казалось бы, огоньки, которые манят пытливый ум человека. Звезды различные, вот яркие, вот слабые, но все они образуют какой-то узор на небе. И может быть тогда, вот в далеком прошлом, когда человек еще не умел ни читать, ни писать, не может быть только пытался осмыслить, какое место занимает он во Вселенной, тогда он смотрел на эти звезды и пытался перечертить их, может быть, где-то на песке, в виде какой-то палочки, и обучал по этим фигурам своих детей. Это созвездие. И казалось людям тогда, что эти созвездия отображают какие-то события, которые, может быть, происходили на Земле, а может быть, на небе, и что все это связано с какими-то сверхъестественными существами. Сейчас мы вас хотим познакомить с одной таинственной историей, которая произошла много веков назад. Каньон Навахо в штате Аризона, Соединенные Штаты Америки. Здесь, на стене одной из древних пещер американских индейцев, археологи обнаружили странный рисунок. Яркая звезда рядом с Луной. Какое событие так поразило воображение художника? Астрономы просчитали. Очень может быть, что это было то же самое событие, которое так потрясло восточных звездочетов 900 лет назад. В 22-й день 7-й луны 1-го года периода Шихо Янг Вейдзе сказал: «Простираю свою персону ниц. Я наблюдал в созвездии Твеккуан явление звезды гости. Она была слегка радужного цвета». Надо добавить, что глава Императорского астрономического бюро наблюдал новую звезду днем и невооруженным глазом. Может быть, наши предки и не связывали небесные явления с мирской жизнью. Это была не просто новая звезда, а сверхновая, гигантская небесная катастрофа. Вот надпись о смерти царя. В лето 1054, месяца февраля в 20-е. Может быть, была рядом когда-то и другая надпись. История полна тайн. Так или иначе, это было только начало удивительной истории исследования этой звезды. О какой звезде шла речь в этой истории? Ответ на этот вопрос мы предлагаем вам найти самостоятельно. А сейчас снова в глубину веков. Некоторые особенности в устройстве пирамид действительно указывают на существование астрономических наблюдений в ту отдаленную эпоху. Все пирамиды очень точно сориентированы относительно сторон горизонта. Это было нужно жрецам для того, чтобы в определенный момент года солнечные лучи попадали внутрь огромного помещения и шли строго в направлении к жертвеннику, где в это время приносили жертвы Богу Солнца. Но чтобы рассчитать с большой точностью этот момент, нужны были незаурядные астрономические познания. Компасов в то время не было. Но жрецы наблюдали за небесными светилами
и по их движениям определяли некоторые закономерности в устройстве мира. Узнали, как Солнце движется среди звезд. Ориентировка пирамид осуществлялась по звездам. Наблюдая за суточным движением звезд, которые описывают дуги около некоторой точки на небе, можно было, построив перпендикуляры к этим дугам, найти центр вращения. Этот центр называют полюсом мира. Итак, первые астрономические знания были получены уже тысячи лет до нашей эры. Я представляю вам доктора физико-математических наук, профессора Владимира Гдальевича Курта. Он нам расскажет о звездном небе. Владимир Гдальевич, пожалуйста, расскажите о звездном небе. Ну, звездное небо всегда интересовало человечество. Наверное, с самых древнейших времен, когда человек встал на две ноги и стал смотреть вверх. Карты древнего неба были составлены очень давно. Я думаю, что самые первые карты еще относятся к времени, к эпохе Древнего Египта. Вот одна из этих карт, копия этой карты, у нас находится здесь. Еще древние люди, наверное, начиная вот с этой эпохи, может быть, от времен Вавилона или древней Ассирии, они стали составлять звезды, группировать в созвездия, в определенные конфигурации звезд, которые получили свои имена в основном на базе мифологических наименований. Современное звездное небо также разделено, конечно, на созвездия, но наименования этих созвездий более поздние. Они относятся к эпохе Рима, Греции, а часть созвездий получила наименование совсем в последнее, в недавнее время. Владимир Гдальевич, а сколько всего вот звезд можно наблюдать на небе? Вот расскажите об этом. Ну, на всем небе человеческий глаз мог бы различить 6000 звезд. Но это и на северном, и на южном небе. Так что, если находиться в любой точке земной поверхности, одновременно видно около 3000 звезд. Эти звезды, конечно, разные по яркости. От самых ярких, таких как Сириус, Вега, это звезды самые яркие на небе, Канопус в южном полушарии, и до самых слабых звезд, которые только видит человеческий глаз. Когда мы рассматриваем такие фотографии, тут, конечно, трудно определить, а как полярная звезда видна, а вот что это за звезды? Для того, чтобы отмечать положение звезд на небе, еще древние астрономы ввели так называемые системы координат. Система координат – это система невидимых линий, мыслимых линий, которые пересекают небесную сферу через равные промежутки, то есть через равные углы. Имеется несколько систем координат. Одна система координат связана с той точкой, в которой расположены мы, это горизонтальная система координат, и в каждой точке она своя. Другая система координат связана с неподвижными звездами, это так называемая экваториальная система координат. Именно в этой системе координат каждая звезда расположена в точно отведенном месте. Зная экваториальные координаты звезды, можно навести телескоп на заданную точку и точно попасть в заданную область небесной сферы. Зная координаты каждой звезды, можно перенести эту звезду на карту и получить карту неба. Одну древнюю карту, вот мы показали, да. Это древнеегипетская карта. Более поздняя карта эпохи Средневековья. Это карта Атлас Гевелия, известного астронома позднего Средневековья, атлас которого был восстановлен совсем недавно известным советским астрометристом, членом-корреспондентом Академии наук Узбекской ССР, профессором Владимиром Петровичем Щегловым. Он восстановил этот атлас, нашел древние карты, их перефотографировали очень аккуратно и издали этот атлас. Ну, вот пример этого атласа. Здесь видно изображение Медведицы с известными звездами, ковша Медведицы. Вот Андромеда, Кассиопея. Прекрасное изображение Тельца. В современных атласах, например, в атласе звездного неба
академика Михайлова. Конечно, никаких изображений ни зверей, ни птиц нет. Зато присутствует точная сетка координат, и к каждому атласу прилагается каталог, в котором содержатся координаты наиболее ярких звезд. Это небесная сфера. Чтобы построить систему небесных координат, проведем несколько линий на ней. Через центр сферы проводим ось мира и получаем две точки – северный и южный полюс мира. Ось мира перпендикулярна плоскости небесного экватора. В течение года Солнце движется по небесной сфере и проходит по 12 созвездиям. Вот эти созвездия. Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог и Водолей. Эти созвездия образуют пояс зодиака. Видимый годичный путь Солнца по небесной сфере называется эклиптикой. В дни весеннего и осеннего равноденствия Солнце дважды пересекает небесный экватор 21 марта и 23 сентября. Теперь проведем круги склонений перпендикулярно небесному экватору через полюсы мира. Угловое расстояние светила, например, звезды Капеллы, от небесного экватора называется склонением. Склонение измеряется в градусной мере. Эта координата аналогична географической широте. Второй координатой, прямым восхождением, называется дуга, отсчитываемая по небесному экватору от точки весеннего равноденствия до круга склонения светила. Эта координата аналогична географической долготе. Прямое восхождение измеряется в часовой или градусной мере. Звездные глобусы и карты с небесными координатами были созданы учеными очень давно. В астрономических таблицах и ежегодниках даны координаты небесных светил, которые помогают решать задачи практической астрономии. Они также используются для астронавигации. С их помощью штурманы могут на море определить местоположение корабля, в авиации проверить курс самолета, а в космонавтике ориентацию космического корабля. Каждое светило в течение суток дважды кульминирует, то есть пересекает небесный меридиан. Вот верхняя кульминация, а это нижняя кульминация. Верхняя кульминация Солнца – полдень, нижняя – полночь. Солнечные сутки – это промежуток времени между двумя одноименными кульминациями Солнца.
Итак, небесная сфера с экваториальными координатами помогает определять положение звезд на небе. Мы сейчас и познакомимся с подвижной звездной картой астрономической площадки Московского планетария. Вот она перед вами. То, что видно в этот вырез, это то звездное небо, которое находится на определенный момент у нас над головой. Это горизонт. Здесь северная сторона, южная сторона, там восток и запад. На этой карте мы можем видеть, как проходит небесный экватор. Вот эта красная линия отделяет небо южное от северного. А оранжевая линия, вот я ее сейчас показываю, это и есть эклиптика, путь Солнца по небу. Ну, наконец, здесь на карте мы по краю видим оцифровку. Это часы суток. А там вот, если посмотреть, можно увидеть месяцы. То есть эта карта, поворачивая ее вокруг полярной звезды, может быть установлена так, что она будет соответствовать точному времени на данный день. Вот это положение звездного неба. Это звезды из созвездий Лира, Лебедь и Орел. И, наконец, вот при помощи этой карты мы можем точно определить, какое созвездие восходит и в котором часу, когда оно кульминирует и когда заходит. Мы говорим о звездах. А знаете ли вы, что нужно всего лишь трое суток, чтобы долететь до Луны? За 3 месяца можно достичь Марса. Но чтобы достичь ближайшей к нам звезды, Альфа в созвездии Центавра, понадобилось бы более 100 000 лет. За время путешествия в таком космическом корабле сменилось бы столько поколений людей, сколько их сменилось от пещерных жителей до наших дней. Звездная карта позволяет нам посмотреть проекцию звездного неба на плоскость. И поэтому, естественно, как вы видели, там не совсем правильная картина. Более правильную картину мы можем воспроизвести при помощи аппарата, который находится вот здесь. Вот этот аппарат и называется планетарий. Он на сферическом куполе показывает картину звездного неба такую, который невозможно отличить от настоящего неба. Вот как мы с Земли видим звездное небо, так и показывает этот аппарат. Ну, как он устроен? У него, вы видите, 2 шара больших, один внизу, другой вот там наверху. Это и есть звездные шары. Там находятся лампы, а вот в этих отверстиях помещены специально изготовленные пленки, точная копия звездного неба. Достаточно нам включить лампы этого аппарата, и над нами звездное небо. Но ведь звездное небо меняется, потому что Земля поворачивается. Мы можем это показать при помощи аппарата. Включите, пожалуйста, нам суточное движение. Вы видите, как весь аппарат сейчас поворачивается. В соответствии с этим вращением все звездное небо, как огромная карусель, поворачивается вокруг нас, и только полярная звезда остается на своем месте, потому что туда направлена ось вращения Земли. Кстати, в этом аппарате мы тоже можем показать по направлению этой оси, где она находится. Достаточно. Но теперь я хочу обратить ваше внимание на проекторы, которые находятся вот в средней части. Ну вот здесь, между вот этой группой и звездным шаром, и там. Это Солнце, Луна,
и планеты. Те планеты, которые мы можем видеть невооруженным глазом. Сейчас мы включаем эти проекторы. Это будет годовое движение. Включите, пожалуйста, годовое движение. И вот вы наблюдаете. Далекие планеты движутся медленно, но очень быстро движутся проекторы Луны и Солнца. Вот сейчас поверните, пожалуйста, аппарат планетарий, чтобы он нам показал осеннее звездное небо. Пожалуйста. Стоп. Над нами осеннее звездное небо. Следующее звездное небо – это зимнее. Включите, пожалуйста, аппарат. Стоп. Вот теперь над нами звездное небо, которое мы можем видеть зимой. Оно немножко отличается от осеннего, потому что ведь все-таки уже четверть своего пути Солнце прошло по эклиптике. Вот там Орион с его знаменитой туманностью. Смотрите, как прекрасно видна эта туманность. Ее можно видеть даже невооруженным глазом. Следующее – это весеннее звездное небо. Включайте, пожалуйста, аппарат. Еще четверть года прошло, и вот над нами весеннее звездное небо. Мы видим много интересных ярких звезд, и мы видим, как меняется вид звездного неба, и это все показывается аппаратом планетарием. Но этого мало. Ведь вид звездного неба зависит от того, на какой широте мы с вами находимся. Мы сейчас вам показывали вид звездного неба, который видно в Москве. Ну а если бы мы были где-то, ну, на Северном полюсе, или, скажем, на экваторе, можно это посмотреть? Можно, конечно. Аппарат планетарий сейчас нам покажет звездное небо экватора. Включайте, пожалуйста, широтное движение. Вот вы видите, как весь аппарат поворачивается вокруг вот этой горизонтальной оси. Вот уже мы в тропиках. Стоп! Это небо экватора. Мы сейчас посмотрим фильм, рассказывающий о том, как меняется вид звездного неба в зависимости от широты. Рассмотрим теперь, как зависит вид звездного неба от географического положения наблюдателя. Для этой точки Земли плоскость горизонта совпадает с плоскостью небесного экватора. Здесь, на северном полюсе Земли, звезды не восходят и не заходят. Они описывают круги, параллельные горизонту. Полюс мира в зените. Его высота 90 градусов. Такова и географическая широта северного полюса Земли. А как в средних широтах? В средних широтах суточные пути звезд наклонены к горизонту. При этом есть звезды, которые никогда не заходят. И есть такие, которых мы никогда здесь не видим. Но большинство их восходят и заходят. Здесь, как и везде, высота полюса мира равна географической широте места наблюдения. На экваторе ось мира лежит в плоскости горизонта. Значит, высота полюса мира 0 градусов. Широта экватора тоже 0 градусов. Если бы не мешало Солнце, здесь за сутки можно было бы увидеть все звезды. А теперь послушаем, что говорит о происхождении звезд академик Амбарцумян. Конечно, самый главный вопрос, откуда берутся звезды. На этот вопрос, к сожалению, достоверного ответа дать сейчас нельзя. Но многое уже в этом отношении сделано, и мы знаем одно, что в начальной стадии своего существования звезды являются объектами быстро меняющимися, претерпевающими различные изменения. Они являются нестационарными объектами. Потому что они действительно не рождаются сразу какими-то уже совершенными образованиями, а на них происходят взрывы, вспышки и так далее. Мы знаем, какие звезды являются молодыми, какие являются более старыми. Вот целая категория таких меняющихся
так, перемена звезд, типа Тетельца, там, вспыхивающих звезд. Все это молодые стадии жизни звезд. И вот, хотя не, там не все урегулировано, то есть мы не знаем, которые из этих наиболее молодых звезд впереди находятся по стадии эволюции, которые дальше. Потому что я совершенно, что для того, чтобы непосредственно это увидеть, нужно много, много прожить. Много тысяч лет должно пройти еще раз. Вам здесь выборка по времени. Но есть, надо их расположить. Правильно, понять это. Но очень много сделано все-таки. Мы дошли уже до таких состояний звезд, когда их возраст измерили, то есть мы уже знаем, мы не можем отличить, в которых возраст порядка 100 тысяч лет. По сравнению с деятельностью звезды. Миллиарды лет, это все равно, что для человека, скажем, ну, меньше одного дня. Теперь, а как сам процесс возникновения? На этот вопрос, достоверно, пока ответить нельзя. Природа очень много нам показала. Показала нам, какие звезды являются старыми, какие молодыми. Но так же, как родители скрывают от детей, как все-таки рождаются, зарождаются, так сказать, животные, люди. Так же, значит, природа от нас довольно сильно скрывает, как это процесс зарождения звезд. Ну, может, когда-нибудь все-таки мы это откроем. Ступил за порог, провалился, и я обмер. Ничто не было подо мной. Бездна. Кругом были звезды и внизу, и вверху, и слева, и справа. И только земля голубым шаром была где-то в стороне. Я оттолкнулся от шлюзовой камеры и обмер. Странное состояние, которое никогда человек на земле не может пережить. Увидеть звезды под ногами и сверху, слева и справа, и увидеть землю, которая разворачивалась гигантским шаром. И при этом необыкновенная тишина. Я слышал, как бьется собственное сердце. Я слышал свое собственное дыхание, ведь на земле человек это никогда не слышит, а я здесь слышал. Загадочен и таинствен мир звезд. Альберт Эйнштейн говорил: «Самое прекрасное из того, что мы можем испытать, это ощущение таинственности. Она является единственным источником подлинного искусства и науки. И тот, кому чуждо это чувство, тот, кто не может остановиться, замереть в восхищении, тот живет лишь наполовину. Глаза его закрыты».